Добрый день. Сегодня я пришел сюда, чтобы поздравить всех наших девочек с 8 марта. Вот тортик принес. Но, видимо, девочки не хотят, чтобы я их поздравлял. Тортик, поздравляйте меня! О, Элина пришла. Поздравляю с 8 марта, желаю счастья в личной жизни. Спасибо, Александр. А также наш многочисленный коллектив поздравляет всех женщин нашего отдела с 8 марта! Да, а тортик мы сами съедим. Это верно.